Турниры по смешанным единоборствам – зрелище не для слабонервных. В Самаре прошел 29-й по счету чемпионат GFC. Души! Души! 30 профессиональных спортсменов сражались за звание лучших на глазах у нескольких сотен болельщиков, которые в этот вечер пришли поддержать своих кумиров. Ислам Багавутдинов усердно готовился к поединку со своим земляком Магомедом Магомедовым из Дагестана. В Клино, в Московской области готовился, вот, в клубе «Гладиус», вот, под руководством Камала Магомедова. Вот, нормально подготовился, я думаю, покажем зрелище. Так как мы соперника не знаем, он дебютант, мы его в бою не видели, поэтому ко всем аспектам по чуть-чуть подготовились мы. Поэтому, ну, будет интересно, хороший бой. Поединок действительно получился зрелищным. Бойцы сражались в октагоне все три раунда. Спортсмены провели несколько тейкдаунов и хорошо работали в партере. Победу по решению судейского корпуса одержал Магомед Магомедов. Победу одержал боец из синего угла Магомед Магомедов. Сейчас смешанное единоборство находится на пике своей популярности. Молодые люди все чаще делают выбор в пользу занятия этим зрелищным видом спорта. Сегодня ММА – это такой, мне кажется, тренд, который уже обошел бокс и все другие единоборства, оставив далеко позади. Наши основные герои – там это Федор Емельяненко, который популяризировал там целые 10 лет, там, оставаясь непобежденным бойцом. Ну и эстафету перенял Хабиб Нурмагомедов. По словам организаторов турнира, Самарская федерация ММА является одной из лучших в России. За 3 с небольшим года в регионе появились десятки мастеров спорта, которые готовы прославлять свою родину не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях самого высокого уровня. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.